Мы были в Израиле после два дня тура там был. И в субботу мы просыпаемся, и это было 7 октября, и началась война. Война, и мы едем на вечерю в субботу, это же шаббат, да, у них в субботу собрание. И вот идут перестрелки, нам об этом сказали, но я думал, ну, как обычно, в Израиле стреляют и так далее. После вечери пастор говорит, на самом деле это война, и просьба, чтобы вы были в доме, а мы в эту ночь улетаем утром. Ну и мы думали, сейчас на море поедем и так далее. Потом нам сказали быть дома, атмосфера накаляется, люди переживают о билетах, как улететь и так далее. И, конечно, я тоже переживал, это были чувства. Я родился в Америке, никогда не ощущал атмосферу войны. Это жестоко, это жутко. Когда вот ты понимаешь, что ты не знаешь, что с тобой произойдет, потому что враг может напасть, террористы и так далее. И мы едем в аэропорт уже, все благополучно, и видим ракеты и так далее. В общем, было немножко жутковато. Но мы, слава Богу, прошли без всяких происшествий. Наш самолет был уже в Израиле, когда война началась, но атмосферу мы никогда не забудем. И у меня сейчас как бы honeymoon phase, да, когда я недавно стал семейным человеком, я как бы в это время писал мажорные песни. Но после поездки в Израиль мне появилась такая минорная песня. Песня о Боге. Как милосердный, называется «Милосердный Бог». Не погаснет свет.
Не трогнуть пред вражеской рукой.